Представьте, вы инвестировали в Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook 15-20 лет назад. Вот было бы здорово, ведь акции этих компаний за 20 лет выросли в тысячи раз. Например, вы успели купить акции Apple на $1000, и сейчас у вас было бы 597 тысяч плюс ежегодные дивиденды. Я вот не успел использовать этот шанс. Сейчас такие же потрясающие возможности для вложений есть в отрасли искусственного интеллекта. Инвестировать в эту отрасль сейчас так же выгодно, как инвестировать в сферу IT 20 лет назад. Критерии успеха такие же. Быстрое развитие. Огромная востребованность технологий во всем мире. Высокая доходность. Совсем скоро искусственный интеллект будет в каждом офисе, в каждом доме и в каждом телефоне. Уже сейчас компьютерная программа начисляет и отправляет зарплату сотрудникам без участия бухгалтера. Приложения переводят и озвучивают тексты на разные языки. А открыть свой телефон вы можете, прикоснувшись к сенсору подушечкой пальца. И впереди сотни новых полезных сервисов. Привет! Я Алексей Огнев, основатель компании DGU. Мы разрабатываем искусственный интеллект для бизнеса и людей. В этом видео будет много цифр. Они помогут вам понять перспективу отрасли, посчитать выгоду от вложений. Почему мы занимаемся именно созданием искусственного интеллекта? Потому что в этой сфере огромные возможности для заработка. По оценкам экспертов, объем мирового рынка искусственного интеллекта в 2022 году достигнет уровня $52 миллиарда. Искусственный интеллект уже нужен и будет нужен государствам, бизнесу, медицине, транспортной системе, чтобы стать еще более эффективными. Компьютерная программа сделает задачи быстрее и точнее человека в сотни раз. Ей не нужен перерыв на обед, больничный, отпуск, выходные. Она работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и обрабатывает в сотни раз больше информации. Благодаря такому сотруднику компания получит больше прибыли. Развитие отрасли искусственного интеллекта уже не остановить. Скорость появления новых продуктов и сервисов будет только расти. Давайте посмотрим, какую роль играет Россия в области разработок искусственного интеллекта. Россия входит в тройку лидеров вместе с Китаем и США. А по некоторым направлениям мы впереди всей планеты. В России в сфере искусственного интеллекта работают гении. В годы учебы они занимают призовые места на международных олимпиадах по математике и программированию. Отличное знание этих дисциплин – необходимая база для успешных разработок в сфере искусственного интеллекта. DGU привлекает сильнейших российских специалистов, и они создают реально прорывные технологии. Приобретая доли проекта DGU, вы становитесь совладельцем десятков и даже сотен технологий в сфере искусственного интеллекта, которые мы будем внедрять и продавать по всему миру. Между инвесторами будет распределяться 50% прибыли. Первые выплаты дивидендов планируются в середине 2023 года. Зарегистрируйтесь на сайте DGU и инвестируйте в личном кабинете. Ссылка на сайт в описании. У DGU уже 2000 инвесторов из 130 стран. Это люди, которые понимают масштаб отрасли. И количество партнеров растет с каждым днем. В следующем видео я расскажу о наших разработках и о том, как мы создаем виртуальный завод по производству технологий искусственного интеллекта. Участвуйте в создании искусственного интеллекта вместе с DGU.